привет, с вами Челлендж Шоу. Сегодня мы будем снимать футбольный челлендж. Со мной Рома. Олег не пошел, хоть он и исчез из нашей студии. Больно. Потому что он как-то, да, не захотел снимать видео со мной. Говорит, это пустая трата времени. Так что, Олег, короче, предатель полный. Да. Все, в принципе, будем приступать с тобой на ворота и будем пробивать. Если вам хорошо видно, ставьте лайк. Если плохо, то ничего. Если плохо, пишите в комментариях. Да, но только не дизлайк. Дизлайк — это когда вообще просто вот вообще не нравится вам видео. Дерьмо. Мы будем стараться. Все, приступаем. Где вы? Это гол? Это не гол. Он попал в перекладину. Да. Сейчас будет пенальти номер два. Номер два. Тут как бы просто чисто он отбил. И какая-то... Ну как бы все. Может, когда-нибудь... А, кстати, мы хотели снять 1 сентября видео, мы не смогли. Кстати, всех поздравляю, кто школьники и кто, как бы, молодежь, которая учится. Поздравляю. Опять не забил. Опять попал в руки. Давайте теперь будем пробовать щечки. А ты пенал с чего? Со шнурков. Он пенал как бы вот этим местом. Думаю, вам видно. Я потом еще буду крючок пинать. Потом мы еще угловые. Нет, без угловых сегодня. В следующей части будут угловые. Да. Он пинает. Я это... А, нет. Промахивается. Так не очень. Я хотел в этот левый... Сейчас он будет бить как-то... Какой я уже пенальти не забил? Как ты будешь сейчас бить? Ну, не знаю. Может, крюченый, может, нет. Ну, я, наверное... Нет, сейчас крюченый... Ой. Короче, сейчас пну шнурками, потом крюченый. Пенальти номер пять. Да что у меня сегодня... Я опять спас. И попал... Спас опять... отверх... От... Ну, короче... От перекладины. От перекладины, да. Сейчас... Ученый. От перекладины бы залетела. Я крученый. Ой, нет. Я спас. Вот это был и не крученый. Все равно я стоял с окном. Давайте еще раз побьем щечкой, да? Фу, нет, щечку я не очень так делаю. Хотя забил в щечки гол. Он забил. Рома хороший вратарь. Но иногда он пропускает. Изи. Фух. Ну как бы все. Иди сюда. Иди сюда. Так иди сюда. Паузу поставил? Нет. А, ну ладно. Сейчас, подожди. Теперь как бы тут пошли как бы пацаны. И мы не сможем как бы бить пенальти, не будет нам мешать. И материться. Ну, в принципе, все. Всем пока. Если в этом видео наберется 5 лайков, то мы, наверное, заснимем вторую часть футбола. Все, ладно, всем пока.